Ну вот, покажу. Телега тоже как бы относится наша. И сейчас меняю в телеге тормоза, потому что совсем не работали. И эти колодки типа раскололись, ну, тормозные. И надо менять новые во всех. Тут уже поменено. И вот старые колодки, которые слезают вот это вот покрытие тормозное. Вот оно из этих. Вот. Ну, так тоже, этим тоже как бы занимаюсь. Ну, не занимаюсь, только для себя. Вот. Телега старая, 2002 года. Вот. На этом поменено, а на этом еще нет. Буду менять. Ремонтирую двери на кухне. Деревянные двери, как бы они уже старые, но ремонтирую двери для беженцев. Можем пройти и посмотреть мою работу. Слушайте. Ох, рада. Здорово, ребята! Огонь. Сейчас ребята ремонтируют. Вот сломался вот. Навесик сломался. Сейчас меняю новый. Но это старого варианта. Вот эту дверь уже сделал. Лампу поменяли новую сегодня. Так что, а вот я такой новый. Ну, не новый, но пользованный, но старый вариант. Но у меня в запасе был. Сейчас это устанавливаю сюда. И двери дубовые. Кухня старенькая как бы. Но стараюсь отремонтировать. Потому что беженцы ломают, а мне приходится ремонтировать. И якобы говорят, что типа старое, само все валится. А я же понимаю, что это не так. Просто сломали, небрежно относятся к этому всему. И приходится терпеть это дело. Ну, ничего, это работа моя. Ну вот, отремонтировали шкафы. И пойдем дальше. Пойдем на кладбище, где Эллен похоронен. Покажу, где он лежит спокойно с боженькой. Ну вот мы снова мы вместе. Вот этот памятник, кстати, с первой мировой войны. Люди умерли, которые здесь жили, здесь, в Дрангдале. Ну вот, теперь я покажу, где похоронена семья Гуннера.
Ну вот, подходим мы к Гуннаре семье. Вот обратите внимание, что у нас очень все скромненько. Только трава и только маленькое место, где только для цветов. У нас все очень просто. Тут все зелененько, трава и красиво летом. Вот смотрите, вот я вам показывал, что поколение, кто когда родился, кто когда умер. Вот последний эллинг, вот его число, когда он умер. Вот, и хочу показать, что вот этот свечка, она искусственная и горит 100 дня, когда его похоронили. То есть я наблюдаю, Гуннар наблюдает, чтобы свечка все время горела. До сих пор. Вот, и пойдемте дальше. А тут вот, где я вам показал фотографии, кто есть кто. Вот они здесь, вот здесь похоронены все рядом. Вот. И возле церкви. Это очень место такое, очень только для богатых людей. Восемь лет назад эта церковь, я тоже работал, красил, краску сдирал, но с путем обогрева. И сдирал, и полностью реставрировали эту стенку. Это очень давно было, 8 или 9 лет назад. Ну вот до сих пор такой беленький, чистенький, аккуратненький. Здесь, как говорится, не жалко умереть в таком красивом месте. Ну и не хочется умирать. На такую, смотрите на такую красоту. Вот сын стоит и скучает без отца. Почтем память, одну минуту молчания.